Уважаемые коллеги, сейчас наступило то время, когда каждый классный руководитель может проявить свои удивительные творческие способности. Формат игры «Что, где, когда» позволяет объединить всех представителей нашего школьного сообщества. И родители, и дети, и учителя могут на время игры объединиться и стать одной командой. И всех сплотит азарт, желание победы и жажда новых открытий. Распределение ролей происходит следующим образом. С одной стороны, команда знатоков, которые представляют семьи наших воспитанников, а с другой стороны, команда экспертов в лице педагогов-предметников. Ценность игры еще и в том, что вопросы собираются из всех школьных